Как вы оцениваете цены на коммунальные услуги? Коммунальные услуги? Ну, подорожает. Маленькая пенсия, а тарифы растут, растут. Сколько в среднем выходит в месяц на коммунальные услуги? Больше 4000. Половина на лекарства уходит, половина на квартплату. Сейчас везде подорожание идет, и на продукты, и на обслуживание. Для всех это по карману бьет. В первом полугодии этого года тарифы на коммунальные услуги останутся на прежнем уровне, отмечают башкирские парламентарии. Цены на газ, воду, тепло и свет в республике вырастут с 1 июля 2015 года. Так, тарифы на воду и канализацию в среднем по республике вырастут на 22%, на газ и свет на 7,5%, на теплоэнергию на 11,4%. Если говорить в рублях, то стоимость одного кубометра воды составит 21 рубль 16 копеек вместо 18 рублей 50 копеек. Тариф на электричество увеличится с 2 рублей 35 копеек до 2 рублей 55 копеек за 1 кВт-час. Тарифы устанавливаются с учетом трех факторов. Это нормативная база, это прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и, естественно, вот эти вот предельные, максимальные, средние параметры по видам коммунальных услуг. Практика сложилась таким образом, что на протяжении уже многих лет в Башкортостане тарифы на коммунальные услуги для населения были самыми низкими. На сегодня как на федеральном уровне, так и на региональном уровне проводится работа все-таки по приближению тарифов на коммунальные услуги до уровня экономически обоснованного. Максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля на сегодня установлен на уровне 14,3%. Ирина Васимирская подчеркивает, что к июлю тарифы, возможно, вырастут еще на несколько процентов. Оплата за коммунальные услуги увеличится для тех граждан, кто не установил прибор учета по холодному и горячему водоснабжению, энергоснабжению и отоплению. В первом полугодии этого года они заплатят на 10% больше, чем раньше, с 1 июля на 20%. К 2017 году эта цифра увеличится до 60%. Алина Гребешкова, Александр Кузнецов, Станислав Птица, городской телеканал ЮТВ.